Приветствую вас, я посмотрел ваш предыдущий вопрос, он был задан достаточно давно, в 16 году, аж 1 месяца, это уже почти больше, ну почти полтора года назад вы задавали вопрос этот. Про любовную зависимость, собственно, которую вы не можете прервать. Вот. Отношения, которые вы не можете прервать. Вот. По сути дела. И я думаю, если честно, что есть некая связь между тем, что вы написали, к примеру, тогда и написали сейчас. То есть совершенно очевидно, да, что какие-то вещи, они объединяют ваши вопрос. Это общая некая такая пассивность, это общее такое какое-то нежелание что-либо делать, это, возможно, неуверенность какая-то в себе, сомнение в себе, вот. И во втором вопросе к этому еще, на мой взгляд, прибавляется проблема с ответственностью вообще. То есть как бы такое ощущение, впечатление, что вы не можете работать с ответственностью, то есть вы не определяете, где граница вашей ответственности проходит. И начинается ответственность уже другого человека за него самого. Вот. Поэтому я рекомендую вам в данном случае посмотреть на эту ситуацию все-таки больше именно вот с точки зрения все-таки того предыдущего вопроса, вот, который вы задавали. Потому что, ну, на мой взгляд, это очень важная история, на мой взгляд, это очень важный момент. Вот. Ибо тут у нас, конечно же, все связано, безусловно. А что у вас есть здесь? Здесь у вас есть, значит, собственно, я бы сказал, отсутствие правил, то есть вы не чувствуете себя в безопасности, и пока что на данный момент вы не чувствуете себя в безопасности. Вот, возможно, вы не чувствовали себя вообще никогда в безопасности, я, конечно, не знаю, но вот почему-то у меня такое ощущение возникло, что, возможно, вы себя в безопасности это вообще никогда не ощущали. Вот. И если так, то это, конечно, довольно-таки серьезная такая проблема. Вот, потому что, скажем так, что чувство безопасности и самой безопасности, да, нужно учиться, вот, нужно именно вырабатывать в себе это внутреннее состояние, для этого нужны правила. Вот. А правила невозможны без заботы о себе, вот, без определение направленности этих правил. Вот. Это тот факт, что у вас, к примеру,
очень много, как вы говорите, долгов, да, говорит о том, что вы не соблюдаете элементарные правила и берете на себя слишком много ответственности. Вот. Зачем вы так делаете? Почему вы так делаете? Это еще предстоит узнать. Но совсем очевидно, что руководствуетесь вы чем угодно, только не своей выгодой, только не своими собственными интересами. Ну и, соответственно, склонны к гиперответственности, когда вы отвечаете за все и за все и за вся. Вот. Вы пишете, окружают близкие люди с проблемами, которые я должна решать. Анна, а простите, с какой стати вы должны решать их проблемы? Вот. То есть, почему вы должны решать их проблемы? Ведь это близкие люди, это другие люди, и они должны решать свои проблемы сами. Разве нет? С какой стати вам решать их проблемы? Вот серьезно, с какой стати? Поэтому здесь, на этот вопрос, очень важно ответить. А, то, что вы должны решать их проблемы, это иллюзия. Это иллюзия, это как раз таки называется депрессивное состояние, когда вы постоянно всем должны, но в итоге для себя вы практически ничего не делаете. Ну, именно для себя. А это, в общем-то, абсолютно неприемлемо, потому что на первом месте у вас должны быть вы сами и уже только потом все остальные люди. Вот. И решать проблемы других вы можете только в том случае, если вы решили все свои проблемы, которые есть у вас. Вот. Так что, я полагаю, что в данном случае, я полагаю, что здесь нужно все-таки больше обратить внимание на себя. Больше обратить внимание именно на то, чего хотите вы. Вот. Понимаете? Вот так, собственно, мне думается, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. То есть, на мой взгляд, это вот именно это самое. То есть, именно вот именно то самое, по сути. Так что определите, пожалуйста, для себя эти моменты. Определите для себя, пожалуйста, данную ситуацию. И уже нужно будет с ней разбираться, как и почему вы, к примеру, вот, ну, допустим, позволили людям, да, взваливать на вас их проблемы. Вот. Ибо я, если честно, не думаю, что это произошло как-то вот случайно. Вот. Я полагаю, что у этого есть закономерность. Абсолютно такая вот. Серьезно. Ага, то, что вам не хочется двигаться, это не что иное, как депрессивное состояние, то есть
когда вы, грубо говоря, во всем, вот, просто во всем себя подавляете, вот, просто подавляете себя, подавляете. Вот, и, в общем-то, да подавлялись вы, можно так сказать, что вы доподавляли себя, что вам уже ничего не хочется. Освобождаться нужно от этого, учиться говорить, к примеру, нет, вот, в том числе, и только через нет, только через сопротивление, только через ограничение, возможно, себя от других людей, вы можете вспомнить, какой может быть жизнь и какой можете быть вы. С другой стороны, если возникает такая история, что вы, к примеру, всю свою жизнь себя так вели, вот, что вы всю свою жизнь так, в таком вот были состоянии, тут, конечно, потребуется больше времени для коррекции, потому что именно вас нужно научить говорить «нет». Вот. Ну и немаловажно, конечно, чтобы вы подумали о том, для чего вы все это делаете. Ну, то есть зачем вы все это делаете? Для чего вы все это делаете? То есть, что вы хотите, грубо говоря, получить, к примеру, взамен? Что вам нужно, к примеру? Вот. Мне кажется, это очень важный момент. Вот. То есть, вполне вероятно, что вы преследуете свою какую-то цель, к примеру, получить свою долю внимания, получить свою долю любви, получить свою долю признания. Возможно, вы склонны чувствовать свою вину, опять же. Вот. Но так или иначе, вы видите сами, я надеюсь, к чему это все приводит, и, в общем-то, ничего хорошего не получается, вот, поэтому пришло время что-то менять. Вот, обратите внимание, что вы не задаете вопрос, да, то есть вы вот не, ну, по факту вы не спрашиваете ничего у нас. И мне кажется, что проблему решать на сегодняшний день вы возможно, не готовы. Вот. Я вас не обвиняю. Вы не подумайте, пожалуйста, чего плохого. Просто, когда человек не спрашивает, что он готов, что он хочет делать, вот, как он хочет делать, это означает, что он, возможно, он не готов что-либо менять в своей жизни, вот. Правда, здесь возникает в некотором смысле другой вопрос, а зачем же тогда вы написали на наш сайт, причем второй раз? Для чего вы написали? Чего вы ожидали, к примеру? Чего вы хотели, к примеру? И так далее.
Вот. На что вы рассчитываете сейчас? Я думаю, что неплохо бы вам почитать книгу, которая называется «Барьеры». Вот. Это очень хорошая книга, которая, если вы с ней ознакомитесь, может дать вам те необходимые ресурсы для того, чтобы отграничить себя от других людей, чтобы отграничить себя от окружающих с их проблемами, вот, дабы они вас не нагружали излишне тем, что, ну, тем, что волнует и беспокоит их. Вот, так что прочитайте книгу. Книга называется «Барьеры», автор Таусенд. Вот она есть в интернете. И после этого, я полагаю, вам не мешало бы обратиться к психологу. Ну, в приватном режиме. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.